Сотрудники ульяновских отделений УМВД и УФСБ пресекли противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы. По версии следствия, трое ульяновцев и один житель Кабардино-Балканской республики организовали незаконный бизнес по изготовлению и продаже контрафактного алкоголя. Производство подозреваемые развернули масштабное на территории промзоны Заволжского района Ульяновска. В качестве работников злоумышленники привлекли 18 граждан Республики Узбекистан и одну гражданку Кыргызской республики. Две поточные линии позволяли еженедельно отгружать контрафакт для последующей реализации. В ходе предварительного следствия выяснилось, что готовая продукция реализовывалась на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Правоохранители изъяли стеклянную тару, картонные коробки, пробки и этикетки с маркировкой известных брендов алкоголя, 139 тысяч бутылок, а также 39 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и две линии по разливу производительностью 5 тысяч бутылок в час. Также было обнаружено 9 наименований водки, 2 наименования вина и 3 вида коньяка. Доход преступной группы составил более 36,5 миллионов рублей. Было назначено и проведено более 50 экспертиз. Компьютерные, подчеркнули, человеческие, технико-криминалистические, пищевые, физико-химические, судебно-медицинские. На основании переданных ФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности следственной частью Следственного управления МВД возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 171.3, частью 6 статьи 171.1, частью 4 статьи 180 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением передано в Заволжский районный суд Ульяновска. Обвиняемым может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Также по решению следствия троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одному по ходатайству следователя судом запрет определенных действий. Юлия Руднева, Улправда ТВ.